стенд у нас посвящен Курской магнитной аномалии. Здесь у нас представлен стенд, он больше детский, для того, чтобы могли собрать конструктор магнитный. У нас основание пирамид из магнита и, собственно, железо. А попробуйте собрать что-нибудь, что получится. Ну, здесь в основном полет фантазии. Обычно с детками мы здесь собираем различные, не знаю, Хотя бы самое простое, что можно собрать. Ну вот, можно собрать треугольник. Ну, треугольник можно собрать, можно его заполнить здесь. Ну, чисто полет фантазии. Где-то укрепить, где-то еще что-то. Здесь у нас, например, пластинка, она поле само магнитное, а пластинку, которую нужно выгнать, вот она из пирографита, она не магнитится. Суть игры в том, чтобы вращать этот круг, как получится, и потом запустить вот сюда. Суть в том, чтобы попасть в центр. Сейчас. Вот так. Ну и так по лабиринтам. Можно загнать центр, можно из центра. А если загонишь центр, что будет? Ну, загнал? Ну, мы обычно деткам дарим какие-либо открытки из Курской области на память.